It was a back and forth game. A lot of goals. I don't know what to say else. I think we can play a lot better, but it's nice we managed to win in overtime. Эмоции, думаю, положительные, потому что выиграли, а так лучше, я думаю, выигрывать 1-0, 2-1, там, ну, спокойно играть, уверенно. Не было, чтобы таких качелей, как сегодня были, я думаю, для зрителей матч очень был интересный и увлекательный. Oh, it was my first in the KHL, so obviously very fun to get three, but yeah, in the end of the day, it's more important that we win, and if I help the team to win, I'm extra happy. Мы перед игрой просто договорились, как играть, поэтому забили сразу в первой смене, а потом в обороне играли. А второй раз уже такое не прокатило? Ну, второй раз уже нас прочитали. Ну, Воронин благодарил за передачу? Да, конечно. Сыграли все здорово, всем звеном. Well, we need to turn down like more like defensive plays that we're doing. We're throwing the puck away a little bit too much, and we need to get the longer offensive shift to wear the other team down and make them tired, so we can create more ozone time and stuff like that. So. Нет, просто играем с каждым соперником. Это новая игра, и поэтому то, что там акцент такой все делают, то что подряд, мы как бы на это даже не смотрим. Впереди матч с Спартаком, что можешь сказать об этом соперник? Честно, пока, ну, знаю, что сильная команда, то есть нет проходных игр, и поэтому посмотрим, будем готовиться.